Ленинский городской округ – один из самых привлекательных для новоселов. Население увеличивается, а вместе с тем растет потребность в новых общеобразовательных учреждениях. Вопрос расширения Видновской гимназии стоял давно. И вот, наконец, в прошлом году проект начали реализовывать. Строители приложили все усилия, чтобы как можно быстрее сдать второй корпус школы. Хотелось, конечно, чтобы были более современные кабинеты, чтобы условия были для детей. Тем более, что мы здесь сделали специализированные классы. Есть блок начальной школы со спальнями и с игровыми. Это я очень хотела, и мы это осуществили. А второй и третий этаж – это специализированные классы. Это кабинеты физики, химии, информатики, IT-зона. Здесь отличный, шикарный зал на 400 человек. Здесь отличный пищеблок на 400 человек. Огромный спортзал. Проект нового корпуса не типовой. Его индивидуально разрабатывали под запросы гимназии. Рассчитан на 250 учеников. Благодаря пристройке руководство школы намерено ввести еще одну параллель с 4 по 11 классы. Все кабинеты полностью оснащены современной обучающей техникой. Школа действительно это второй дом для наших детей. Я уверен, что вот это новое здание в этих стенах будет жить доброта, старание, знания. И, конечно, нашим ученикам и учителям будет здесь комфортно. Школа органично вписалась в общий архитектурный ансамбль ближайшего микрорайона «Радужный». Такая же яркая. Проект полностью субсидирован муниципальным бюджетом. И на этом глава округа не намерен останавливаться. У нас микрорайоны очень сильно разорваны друг от друга. И понятно, что вот эта пристройка, вот это вот увеличение образовательного учреждения, оно решает проблемы этого сложившегося микрорайона. Но в своей приветственной речи, когда мы стояли на порожке на холоде, я сказал, что это первенец наш. Да, у нас концом года завершено строительство еще одной очень большой школы в пригороде Лесное. И мы, я очень надеюсь, в ближайшие недели тоже там разрежем ленточки и откроем ее для детей, потому что там вообще нет у нас образовательного учреждения. Преимущества нового корпуса успели оценить ученики, которые сразу после новогодних каникул перешли сюда на обучение. Тут очень много классных кабинетов, очень много пространства для занятий творчеством. Мы очень рады. Хорошо то, что наша школа так преобразилась, то, что у нее теперь очень красивый дизайн, новые классы, новое оборудование. И я считаю, то, что это выход на новый уровень. В честь открытия представители строительной компании подарили гимназии снегоуборочное оборудование для уборки территории в зимний период. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.